Духовное воспитание в национальных традициях. 15 августа у Запорожского дуба стартует третий всеукраинский фестиваль народного искусства «Запорожский Спас-2014». О том, что ждет гостей мероприятия, посвященного праздникам Медового и Яблочного Спаса, организаторы действа рассказали в ходе пресс-конференции. В Запорожье уже стала доброй традицией проведения ежегодного фестиваля народного искусства «Запорожский Спас». В этом году он проходит под девизом «Единство и взаимопонимание ради мира» и продлится 3 дня. Идеи духовного воспитания в лучших национальных традициях заложены в каждом мероприятии фестиваля. Культурная программа праздника обширна и разнообразна. В нее войдут зрелищные выступления театра казацкого боя «Запорожский Спас», рыцарский турнир, открытие воркаут-площадки, фестиваль бардов, а также создание граффити-полотна. Казаки пишут письмо турецкому султану. Каждый желающий сможет принять участие в казацких аттракционах, метание ножей, стрельба из лука и многое другое. Кроме того, в ходе праздника состоится презентация проекта «Казацкая кузница», который стал победителем конкурса «Мы – это город», проводившегося в рамках социальных программ комбината «Запорожсталь». И на этом, говорят организаторы, сюрпризы для гостей фестиваля не заканчиваются. Кроме уже обычной ярмарки меду и яблок, відбудеться День здоровья. Коли до нас на комплекс з'їдуться дуже багато представників різних видів спорту, видів бойових мистецтв, а також нетрадиційних видів оздоровчих технологій, таких як сироїдіння, скандинавська ходьба, там методи дихання по методу Броннікова. У неділю, 17 серпня, це в нас буде заключний день фестивалю. На ньому буде відбудеться концерт заключний та круглий стіл на тему єдність та порозуміння заради миру. Реализация масштабных планов возможна, учитывая весомую поддержку социально ответственного бизнеса. Генеральные партнеры фестиваля – «Запорожский Спас», металлургический комбинат «Запорожсталь» и «Запорожский огнеупорный завод». Комбинат «Запорожсталь» очень плотно сотрудничает с этой федерацией. Мы уже не один год реализовываем интересные проекты. И конкретно фестиваль «Запорожский Спас» уже поддерживаем не первый год. И так как Роман уже сказал, как раз будет презентация довольно интересного проекта. Проекта это «Казацкая кузня», которая является интересным не только с точки зрения как бы интереса поверхности, а в том числе отыгрывает еще и историческую роль в своем воплощении. Является эта тема очень актуальной, тема и украинской культуры, которая может перейти в тему как бы единения нашей страны и поможет, я уверен, поможет многим в это сложное время найти что-то приятное в своем времяпровождении и покажет всем нам, как необходимо развиваться и продолжать развивать родной Запорожский край. Этот колоритный праздник состоится на территории историко-культурного комплекса 700-летний Запорожский дуб в атмосфере лучших национальных традиций и обычаев. Торжественное открытие фестиваля 16 августа в 12:00. Организаторы приглашают всех запорожцев и гостей города окунуться в атмосферу красочного праздника и ощутить настоящий казацкий дух.